многие, наверное, замечали, что по всему городу находятся вот такие вот станции с самокатами. Но немногие знают, что эти самокаты можно арендовать всего лишь одним кликом в аппликации. То есть подходишь с мобильным телефоном, заходишь на сайт mycap.g, включаешь камеру, прикрепляешь карточку, запоминаешь, бам, и он твой. И для Батуми они прям созданы, потому что Батуми — это один большой сплошной бульвар. То есть, чтобы добраться с одной части города в другую часть города, ты можешь это сделать вот на этом самокате по набережной. Например, я хочу поехать, скажем, в ресторан, который находится возле Шератона, съесть там утреннюю булочку. Я могу прекрасно вот так проснуться, спуститься вниз, взять вот этот самокат и поехать туда. Прелесть в том, что станции для таких вот самокатов находятся на протяжении всей береговой линии. То есть я их насчитал вот около 14. Можно остановить его в любой точке, указанной на карте, и, припарковав его там, оставить и пойти по своим делам. Это очень удобно. А, кстати, ты можешь еще не просто взять этот самокат сам, ты можешь еще угостить друга. То есть по этой аппликации ты можешь наштопать их и взять штуку 5 сразу, если они есть в наличии. Но вот, видите, всегда есть в наличии штуки 2-3. Стоимость всего удовольствия, поминутная оплата, это 35 копеек в минуту. Передвигается она со средней скоростью 14-15 км в час. Это если держать рукоятку газа до упора. С одной части города до другой части города вы доберетесь приблизительно за 10-15 минут. Что и будет стоить вам приблизительно 5 лари 25 копеек на все про все. Ну, это при условии, если не делать остановки замороженкой. Да, насчет правил пользования, если честно, я их с ними не очень ознакомливался. Но как-никак это не машина, и, в принципе, ответственность не такая уж и высокая. Но если ты его сломаешь, я не знаю. Наверное, ответственность переходит на предыдущего пользователя. Скорее всего, по логике так. В принципе, кажется, они не убивают. И вот как мы его сдаем на место. Ставим сюда. Тише. Нажимаем кнопочку «Финиш». Дальше у вас с карточки снимают счет. Вот. Как правило, он невелик для такого большого удовольствия. Пользуюсь себе реально каждый день, абсолютно. Вот. Кто-то идет купаться на пляже, а мне вот нравится проехаться по набережной. Да, конечно, от этого я не похудею, но все-таки душа-то радуется. На этом пока все. Оставил вам ссылочку в описании. Пользуйтесь на здоровье. Подписывайтесь на мой канал и будете знать о Батуми чуточку больше. Всем хорошего настроения. Пока.